Хочу рассказать о своем заказике Oriflame по каталогу номер 8. Заказывала я тоже немного продуктов, и заказ у меня был практически из-за вот этого вот крема. Это крем-флюид. Так, сейчас скажу. Дневной крем-флюид для лица SPF 35. Вот такой вот кремик. Ой, извиняюсь, вверх ромашками. Вот такой вот крем. Здесь тоже он шел в коробочке. Здесь внутри инструкция есть. И этот крем, он очень легкий. Такой вот, в принципе, сейчас покажу его текстуру. Здесь 30 миллилитров. Вот так вот он откручивается. Такой вот носик. Вот такой вот. И вот продукт. Его нужно на лицо наносить совсем чуть-чуть. Он такой вот немножко плотноватый по текстуре, но наносится он очень легко. Он белой такой консистенции. Вот такой вот прям белесый. Потом он просто впитывается. И тоже вы на лице его не ощущаете. Он такой вот, еще раз повторюсь, легкий. Защищает хорошо лицо, так как у него есть SPF 35. Очень мне понравился. Я сначала, правда, нанесла много. Жирный блеск у меня появился через часа два где-то. Но сейчас я им уже пользуюсь каждый день практически. И наношу его только утром, так как вечером не нужна защита от SPF. Пользуюсь им только утром. Мне он очень нравится. Жирный блеск не оставляет. В общем, хороший, быстро впитывается, очень хорошо работает с BB-кремом. Мне очень он нравится. И стоил он там у них где-то 40 гривен, по-моему, если я не ошибаюсь. Конечно, продуктов здесь не так уж и много, но он довольно-таки экономный. Так, еще я тоже приобрела из серии Oasis. Тоже забыла вам сказать, там серия у них такая есть. И гель для душа, и крем для рук там есть. Вот. И заказала вот такую вот термальную водичку для лица. Хотелось мне очень попробовать, так как других термальных водичек у нас не найдешь в городе. Запах такой цветочный. У крема, кстати, тоже какой-то цветочный такой запах. Мне, честно, напоминает немножко запах вот мыла Дуру. Знаете, есть такое вот жидкое мыло, которое идет с цветочными запахами. Вот мне напоминает этот запах, в общем, эти средства. Здесь 150 миллилитров. В принципе, объем большой. Хотя мне казалось изначально, что будет очень мало продукта этого, но он довольно-таки экономный. Я, вот как можете заметить, здесь вот, вот столько этого продукта. В принципе, вот. И я просто перелила его вот в такую вот баночку, чтобы удобно было носить в сумочке, так как этот бутылек будет как бы мешать, я думаю, в сумке. Вот. И я пользуюсь вот уже каждый день на протяжении недели, и вот сколько я использовала. Хватает буквально 2-3 пшика на лицо, и мне очень нравится. Здесь, кстати, написано, что это освежающий спрей для лица. Очень такой вот прикольный. Освежает, конечно, лицо ненадолго, где-то, может быть, на часа пол, но этого хватает. Я не пользуюсь там через каждые полчаса. Я пользуюсь, когда действительно мне это нужно, когда кожа такая вот немножко суховатая кажется и хочется освежить ее.
Так, еще я заказала вот такую вот помадку, не помню какая серия. Вот такая вот помадка, они там дешевые идут, по-моему, полная стоимость их 25 гривен. А я приобрела ее по акции, по-моему, за 15 гривен. И забыла сказать, вот эта вот штучка спрей для лица стоил 35 гривен. Так, помадка очень хорошая, увлажняющая. Цвет вот такой вот. Мне хотелось коралловую помаду. Она в каталоге была немножко посветлее. Вот, она у меня сейчас на губах. Очень такой приятный цвет, хотя в жизни немножко выглядит, конечно, потемнее, чем на камеру. Я искала коралловую помаду, чтобы она подошла мне под эту маечку. У меня есть еще топик такой вот резинкой, тоже кораллового цвета. Но все равно в сочетании с этой одеждой она более-менее как бы подходит. Помадка очень хорошая, повторюсь, увлажняет губы, не пересушивает их, но что мне не понравилось больше всего, это то, что она оставляет пигмент. После того, как она съедается, она оставляет пигмент на губах. И после этого губы уже высыхают, такие подсушенные кажутся, и пигмент остается. В принципе, это неплохо, как бы вроде бы как бы и накрашены у вас губы, но в то же время помады уже нет на губах. Но все равно здесь вот остается такой, как, в общем, промежуток, где уже нет помады, она во внутренней губе очень быстро съедается, а здесь остается пигмент. И, соответственно, это не очень красиво смотрится. Вот. Держится она по стойкости где-то, может быть, часа полтора, час, вот так вот. Это если вы кушаете, в общем, что-то такое вот пьете. Если не пить, ничего не кушать, то часа 4, может, ну, около 4, я думаю, она остается. Вот такой вот оттеночек у нее. Очень такой прикольный. Мне нравится. Так, и еще в качестве подарка мне мой консультант подарила вот такой вот гель для душа. Она мне за каждый заказик дарит какие-нибудь подарки. В прошлом заказе она мне подарила мыло из этой же серии вот Discover. Гель для душа очень прикольный, такой запах ананаса. Вот здесь вот нарисован ананас с какими-то цветочками. Вот так вот он и пахнет. 250 миллилитров. Я, конечно, очень редко пользуюсь гелями для душа, но так как очень приятно, в принципе, вот видите, сколько я уже использовала, мне, в принципе, понравился. Кожа после него не пересушена. Честно, я довольна этим гелем для душа. Мне очень понравился. Вот это был весь мой заказик. Надеюсь, что было видео полезным, интересным. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на мой канал. Буду рада вас там видеть. Пишите комментарии, кому может быть что-то интересно, может быть есть какие-то вопросики.